На заснеженной трассе опрокинулась машина с автоледи и тремя маленькими детьми. ДТП случилось в Агаповском районе. 38-летняя женщина за рулем Део Матис не справилась с управлением, выехала на встречную полосу. В результате авто съехало с дороги и опрокинулось. Автоледи получила травмы. Вместе с ней в машине находились ее пассажиры. Трое несовершеннолетних ребенка. Один из них в возрасте 2 месяцев получил травмы и тоже попал в больницу.